Нина Андреевна первой обнаружила пропажу вещей в квартире сына. Он уехал тогда с женой в Щурово на 10 дней. Зайдя в тамбур, пенсионерка поняла – дверь в квартиру открыта. Кричала, но никто не отозвался. Тихонько захожу, лянула, все разбросано. Я тогда стала порога, думаю, сейчас позвоню телефон. Телефон и подошла, обрезан. Деньги были там что-то около 2000 долларов. Даже шампанское, даже все унесли. Деньги унесли, все, что могли взять, кроме телевизоров, что старый стоял. Подобных обращений летом десятки, говорят правоохранители. В период отпусков активность преступников увеличивается в несколько раз. Действуют в основном профессионалы. Группировки из нескольких человек проникают в квартиры с дорогими дверьми. Вскрывают замки или пластиковые окна. Они открываются легче, чем деревянные. Пример можно привести на территории города Донецка. На прошлой неделе была задержана группа в составе 2 человек, выходцы ближнего зарубежья, которые на территории, опять же повторяюсь, города Донецка совершали кражи, способ отжим пластиковых окон и проникновение в квартиру. Защитить себя можно, установив тяжелую дверь и решетки на окна, говорят в милиции. Тогда преступники будут дольше проникать в квартиру, и их могут заметить соседи. Помочь может и дорогой замок. На его открытие также уйдет время, уверяют в строительном магазине. Есть замки, которые, да, оставляется ключ, когда закрыто место, куда входит сам ключ. То есть это уже именно как на автомате уже как бы можно его вставить. То есть так отмычку в него не ставишь, там она закрыта, есть такое. Такие самые-самые, это дорогие замки, которые идут, это тут пауки. Когда они раскрываются, они закрывают двери на 4 стороны, закрывают. Можно поставить и охранную сигнализацию. При милиции действует государственная служба. Датчики и камеры помогут обнаружить преступника еще до входа в квартиру. И сразу же к дому подъедут правоохранители. В зависимости от дислокации объекта, по инструкции вообще-то, среднее время это 3 минуты. Есть случаи, вот как сегодня, например, задерживали в Ворошиловке по сигналу тревожной сигнализации нашей. Наряд прибыл в течение буквально чуть более минуты, там где-то 65-70 секунд. Сейчас на охранной сигнализации в области 13 тысяч квартир. За 3 последних года с помощью установленных устройств правоохранители предотвратили больше 200 квартирных краж. Минимальная стоимость монтажа самой простой системы из 2 датчиков – 1500 гривен. С оплатой 75 гривен ежемесячно. Из запрошенных нами дончан охранной сигнализацией не пользуется никто. Слишком дорого. Собака охраняет. Здоровая собака, азиат. Меня дома тёщи охраняют. Более того, в большинстве домов не стоит ни решеток, ни дверей, ни замков. Дончане говорят, что надеются на Бога и хороших соседей. Оксана Видер, Кирилл Иванов, Панорама.